я тут. Это не сфератом. Он же свет будет сфилить, да? Если у тебя есть там пыль, либо утешение, одевай его. Тебе чешка не понадобится здесь. Конский походу в кашле. Один БДК танчит генерала там. Я дала стану. Первого босса вы там без меня затанчите, я отойду. У нас НК есть.
спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Беру дать. Ха-ха! Дать Геру, нет? В мире хватает героя. А вдруг затащим? С5 бы убили. Мог бы убейте, может убьем кого. Не, нет, не агро. Видео потом посмотришь. Балтар, в мире хватает героев и без тебя. Тут ему там КП дал. У меня уже сало КД. Мы уже договорились. Все, я пока отойду. Колы. Первый босс без меня убить. Там капа там что-то. Каски. Все три каски. Прикольно, типа, вы договаривались, да? Я каски, на рейде ноль касок. Главное договориться.
рыбу, либо кабана дайте, ребят. Разбафайте каску. Уроки в частности. Каск нет. Маги, маги, стол поставьте, пожалуйста. Какой кулак? Дайте каску. Вот, дали. Дудку дать. Я тут. Да. Я знаю. Давай, отойди. Вдвое сильнее страдание. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда.
Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Алекс Страза выбрал достойных союзников. Жаль, что придется. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Святилище пало. Не жалуются люди. Даже, пожалуйста, вторая пальца не свет. В Геру пришли. Thank you.
Можно спросить, там, так сказать, по общей тактике. В общем, в РСК 25 героя ни разу не был, но типа убивал десятку, убивал 25-ку много раз. Я правильно понимаю, что в этом там, по сути, просто лишнее лезвие и, ну, метки нужно координировать, да, так, чтобы без свет. И это все? Ну, все, да, отличия. Окей. Спасибо. Метку выносишь к самому-самому краю, прям вплотную к стенке, и ждешь, пока ее тебя там здесь. Ну. Сколько еще таких героев? Не, не подкинули. Да, да, он далеко стоял, я не доставал. Прям частицы нужны. Частицу я на себе не видел. Она была на мне. Ну, она всегда на себе висит. Она через задумчив показывает. Я думал, я, кстати, вижу. А, нет, его застанило хвостом и частицы не доставал. Вот и все. Ну, там по смерти он, посмотри. Удар хвостом, два раза большой удар, и он не помнит. Я вместо нее прожал кровь, вместо нее добился. Не, это я знаю. На шамана, но, блин. Я уже сколько свет не танчил, я вместо земли все кровь прожимал, все захиливался. Там мне 200 гп было, или сколько?
Встреть начало эры разрушения! Стойте. Подошел. Нет, лезвие. Пять. Меня убило. Там минус 3. Труф, ДК и Эрша. Меня убило. Сильно? Да, Вася, очень сильно. Панк Фродо. Как? Да не в лезвие, походу, попали. Ваша. Тихо.